Здравствуйте, меня зовут Ирина Тюнина, и я вам буду показывать, как танцуются бальные танцы. Ну вот кто из вас хочет научиться бальным танцам? Очень часто у нас бальные танцы начинают танцевать маленькие детки. Но не все же могут в 2-3 годика увлечься вдруг бальными танцами. И бывает так, что хотят научиться танцевать в 15, в 20, в 30, в 40 лет. А где научиться бальным танцам? Вот давайте я вам их и буду показывать. Буду вам показывать, как научиться танцевать вальс, танго, фокстрот, ча-ча-ча, джайв и самбу. Я вас приглашаю на наше открытое занятие, которое состоится в это воскресенье в 12 часов. И вообще каждое воскресенье в 12 часов приходите, пожалуйста, на мой канал изучать бальные танцы.